правительстве Магаданской области прошло заседание Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера. На Колыме проживает большое количество общин, представителей малочисленных народов. Многие из них активно продолжают традиции предков. По словам специалистов, оленеводство и рыболовство, сохранение этнической культуры и языков КМНС – основные направления, являющиеся крайне важными для представителей различных этносов. Ежегодные мероприятия, такие как праздник Хэбденек и этнофестиваль «Дыхание моря», стали традиционными для жителей Магаданской области, где малочисленные народы рассказывают о своих культурных особенностях. Также общины представляют свои интересы в различных международных мероприятиях. В 2021 году запланировано участие в таких крупных мероприятиях, как 7-й Всемирный конгресс оленеводов, 16-я международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2021», 2-м форуме коренных малочисленных народов, 9-м съезде Ассоциации коренных малочисленных народов. На территории Магаданской области органами исполнительной власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с общественными организациями коренных малочисленных народов реализуется комплекс мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие, сохранение самобытной культуры, традиционного образа жизни. 2 450 000 рублей выделено из бюджета Магаданской области на укрепление материально-технической базы родовых общин Среднеканского, Северо-Ивенского и Ольского городских округов.